После сытного обеда, по законам Архимеда, полагается, что Азочка сделать? А Зунечка, что надо сделать? Что надо сделать? Поспать, правильно, или в окошко посмотреть. А в окошке у нас тут пасмурная погода. Ну так, прохладненько. Да. Отдыхаем, наслаждаемся жизнью, умываемся. Чистимся. Барсик. Барсик. Вот такие мы кричистюли. Лаки. Лакуськин. Лакуся. Лакусь, покажи свои глазки зеленые. Покажи, солнечко. Ой, чьи такие глазки зеленые такие. Красивые. Царевна. Хиппи. Хиппи. Зеленые, но уже не такие. Да. Лежбище такое у нас тут все. Дымка. Дымочка, дымочка. Все, не буду вас трогать, отдыхайте. Ну, конечно, я понимаю. Накушаться, так скажи. Потом бегать, прыгать не очень-то хочется. Всем хорошего мирного дня. И нашей Украине тоже мира и добра.